Let's continue. Number one. Number one, the same task. Мы с вами продолжаем работать. И у нас с вами тоже задание. What jobs can you see? Какие вы видите названия профессий? Fireman. Yes, Михаил, fireman. Fireman, сейчас слово слегка устарело. Fireman. Татьяна, look at Елена's word. Посмотрите, как Елена написала это слово. The spelling isn't correct. Fireman. Сейчас называют firefighter. Firefighter. Yes, как Ольга написала, firefighter. Но это два отдельных слова. Одно слово у нас fire, одно слово fighter. Number two. What about number two? Глеб, fireman. After M you have to write A. Нужно писать A, потому что у нас один человек. Алексей, firefighter. Okay, number two. Number two. Who knows number two? Знаете ли вы номер два? Farmer, пишет Елена. Анна, farmer. You have to write A after F. После F нужно писать A. Василий, колхозник. Таких слов нет, Василий, в английском языке. Глеб. Farmer. А возможно и есть. Но в русском языке это слово тоже уже немного устаревшее. Михаил, vegetables maker. Vegetables пишется с V. Vegetable grower. Окей. Окей. Ольга пишет, крестьянка. Ольга, a farmer. Yes, he's a farmer. Number three. Посмотрим следующее. Number three. Оксана написала, a farmer, I see. Татьяна, order – это заказ. Order. А как называется человек, который выполняет заказы, который подносит вам напитки и уносит их? Окей, Татьяна, waiter. Yes, waiter – это официант. Waiter. От слова wait – ждать. Образуется от слова wait – ждать. Окей, yes, you are right. Вы правы. Waiter. Number four. Look at number four. A photographer, Ольга написала. Окей, Ольга, you are right. У нас есть слово photograph, фотография или photo, сокращенный вариант. Photographer, говорят. Look at the spelling of this word, please. Olga's word is correct. Operator, пишет Татьяна. Ольга написала правильно это слово. A photographer. Окей, five. Five. Doctor. Or a nurse. A doctor or a nurse. Okay. That's okay. Six. Six. What about six? Gardener, садовник, пишет Татьяна. Very good. От слова garden, сад. Gardener. Okay. Gardener. And the last job, последнее у нас слово. Seven. Number seven. Musician, говорят. Musician. A musician. A musician. A singer, певец. A musician, yes, Olga, you are right. But he's not a singer. He isn't singing at the moment. This man isn't singing at the moment. He's playing his musical instrument. Okay, look at the right answers. Посмотрим на правильные ответы. A farmer. Фермер. A firefighter. Или a fireman. A photographer, a waiter, a nurse,
A gardener. Посмотрите, gardener на написание перед N ставится E. Буква, которая выпадает в произношении gardener. And a musician. Посмотрите, пожалуйста, как эти слова образованы. Образовываться могут названия профессий разными способами. С помощью прибавления суффиксов er или r. Например, у нас есть глагол teach. Мы добавляем суффикс er и получаем teacher. Иногда суффикс or добавляется, а не er. Дальше у нас добавляются суффиксы ian and tist. Или просто ist. Florist у нас с вами было слово. Или у нас science, наука. Scientist, ученый. Scientist. Police, полиция. Добавляем целые слова man или woman. И получается policeman. Или сейчас чаще всего говорят police officer. Look carefully. A scientist. Добавляем суффикс tist. A teacher, суффикс er. A policeman. Добавляем слово man.